Незаконная реализация алкогольной продукции в нашей стране – проблема давняя и по-прежнему острая. Недобросовестные продавцы в целях извлечения большей выгоды продолжают продавать алкоголь после 11 вечера. Но что еще хуже, в Одинцовском районе участились случаи продажи спиртных напитков несовершеннолетним, а также факты реализации алкоголя без специальной лицензии. Всего за 2015 год было составлено 239 протоколов по незаконной продаже алкогольной продукции. Полиция нашего района вместе с представителями администрации и членами общественной палаты регулярно проводит рейды по выявлению подобных случаев. На пресс-конференции были подведены итоги проделанной работы и намечены дальнейшие действия по борьбе с этой проблемой. У нас проведено 9 рейдов. Все рейды проведены достаточно продуктивно. Мы на все отреагировали, все отработали. Спасибо полиции за то, что принимала с нами участие, потому что наши действия как самостоятельные, они не расцениваются законными, поэтому мы рады сотрудничеству с вами. Самое пристальное внимание полиции направлено на, пожалуй, наиболее серьезное нарушение – продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. За 2015 год к ответу были привлечены 154 продавца, причем 9 из них продавали детям алкоголь повторно, а значит, их ждет не административное, а уже уголовное дело. Однако нельзя не отметить и положительные тенденции. Вот в этом году мы добились того, что у нас снизилось количество подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, распивающих алкогольные напитки, в том числе и спиртные. В целях борьбы с этой проблемой будет проведен еще не один рейд. В новом году в силу вступит и новый закон, направленный на борьбу с контрафактной продукцией. С 1 января 2016 года передавать информацию об обороте алкогольной продукции обязаны не только производители алкоголя, но и предприятия розничной торговли, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Реализация новых требований этого закона пройдет в два этапа. Внимательность и неравнодушие самих жителей – также важные условия для успешной борьбы с нелегальным алкоголем. Стоит обратить внимание и незамедлительно сообщить в полицию, если на ваших глазах происходит незаконная продажа спиртной продукции. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».